Сегодня на календаре забавных праздников день шумящих ракушек. Говорят, если приложить ракушку к уху, то можно услышать, как шумит море. А если добавить воображение, то можно и увидеть. Во вторник погода в Тюмени очень будет напоминать о южном курорте. Влажно и жарко. А если прислушаться, то получится уловить далекую канонаду летней грозы и слабый шелест юго-восточного ветра. Как будто чайка взмахнула крылом. А если вы давно ждете какого-то очень приятного события, обязательно приложите сегодня ракушку к уху. И вы точно услышите, как оно приближается.